Да. Это у нас номер Лимончелло. Отель. Только берешь ключ и зажигаешь свет. Это у нас здесь двуспальная кровать. Это типа как детская. Здесь есть зеркало, есть телевизор. Вот. Есть такие светильники, кондиционер. Вот. Номерочек так. На троечку. Ванна. Давай сейчас заснимем ванну. Есть, значит, душевая кабина. В ней, конечно, воды горячей особо нет. Летняя вода. Вот есть унитаз, зеркало, мойка. Вот как обычно. На четверку отель не тянет. Ну и здесь есть выход такой. Вид на горы. Ну и тут уже сразу дорога. Отель Лимончелло. Питание, конечно, нормальное.